Привет, друзья! Я прокачал версию Universal Sandbox 2 до такой интересной версии. У нас тут на орбите Юпитер, и все спутники Юпитера упадут на эту планету, а упадут, оставят просто невероятные последствия. Вы сейчас все это увидите. Это прокачанная такая версия. До этого у нас такого не было. Я тут прокачал, все сделал. Сейчас покажу. Нарушим кое-что у Юпитера. А мы сделаем гравитацию, повысим. Гравитация будет намного выше. Намного выше. Раскручиваем Юпитер. О, объект уже попадали первые. Смотрите, что стало. При столкновении. Вау, там что-то еще упало. Все спутники. Вот оно. Изменение просто внешности. Вау, смотрите. Насколько теперь это интересно. Кстати, у нас летит тут. Вау, Ио. Ио уже летит. Куда только летит. Разрушается его спутник Юпитера. Не совсем притягивает, но обалденное, конечно, тут. Я еще увеличу гравитацию. Вау, что-то еще столкнулось. Конечно, это обалденно смотрится. Капец, гравитация тут у нас. Кстати, что у нас на Юпитере? Юпитер. Температура минус 151. Ну, разогрелась, да. Вау. Спутники падают. Остаются огромные просто следы воронки. Вау, вот это отрикошетило тут. Ганимед, походу, упал. Вау. Да, вот такая у нас прокачанная теперь версия. Вау. Ну все, тут началось. Раскаливание. Ух ты. Вот это да. Юпитер раскалился до 6000 градусов с лишним по Цельсию. Гравитация повысилась Юпитера. Спутники попадали. Сейчас я размотаю. След тут, конечно, просто гигантский. Еще тут спутники сейчас притянет. Наверняка. Вау. Фу. С прокрутом, с таким. Да, Юпитер у нас уже стал. Не, кстати, градусы потерял. Остывает потихонечку. Остывает. Сейчас я помогу даже остыть. Вау. Вот это да! Я даже представить себе не мог. Вау, что стало с Юпитером? Да, вот это ужас.
Ужас какой-то с Юпитером. Обалдеть выглядит Юпитер. Но это еще не все. Мы еще и спутники Урана столкнем. С Ураном. Страсть какая-то. Страшный Юпитер. Да, я быстро перейду сейчас к Урану. Перешел я к Урану. Ну что, начнем постепенно тоже гравитацию повышать. Урана. Во-во-во-во-во. Какой внешний вид будет у Урана, интересно. Воу. Класс. Все. Кольца, спутники, все полетело в Уран. Вау, тоже эффективно, конечно, смотрится. Не спорю. Эффективные последствия, короче говоря. Вау, Уран сразу раскалился. Сейчас мы тоже размотаем Уран. Кстати, зачем нам сильно разматывать Уран? Сейчас остужу его просто. Температура тут 6500. Нормально. Во. Такой у нас Уран теперь. Вау, нормальные следы. Конечно, не глобально, прям как на Юпитере, но прослеживаются следы. Да, вот такая у нас прокачанная версия. Будем дальше снимать. И в этой же версии я продолжу снимать, проскочит ли уже планет. Сделаю самую максимальную скорость, какую возможно, чтобы астероид проскочил сквозь черную дыру. Вот такие будут у нас эксперименты. И планету, конечно же. Планету попробуем прорвать через черную дыру. Всем спасибо за просмотр. Увидимся уже скоро. Всем здоровья, всем удачи, всем хороших дней. Всем пока.